Так, всем привет. В прошлой серии мы очистили дерево Низа, или Гинза, вот. И в этой серии нам надо добраться в Туманный лес. В Туманный лес нам добраться, нам надо вот пройти через Иглистое болото, открыть и тут и так далее. В прошлой серии мы, кстати, открыли один навык, вот, вы можете видеть, то есть вот этот навык, который, так, стоп, вот, цепляется за всякие предметы, за всякие мобов. Вот. Ну и в этой серии, скорее всего, еще что-то пооткрываем. Также я планирую открыть, вот у нас мы можем... Вот этот навык, то есть, чтобы нам открыть этот навык, нам надо вот это открыть и собрать две ячейки умений, чтобы открыть вот этот рывок. Будет нам давать в будущем перспективы в продвижении нашего прохождения. Не забываем подписываться на мой DS-сервер, на мой канал, ссылка в описании, TikTok в описании. Мы начинаем. Так, в целом, что нам надо? В принципе, мы если сейчас сюда пойдем, разбить вот это мы не сможем. Потому что нам просто нету, надо ключ. Куда зацепиться мы тоже не можем. Хорошо, то есть подождите. Так, ну нам получается только вниз и все, в принципе. О, нифига себе у нас этот. О, я нашел, куда можно этот. О, нифига себе. Ой-ой-ой. Блин. Я думал, я его убил, а он оказывается неубийственный. Так, смотрите, что мы сейчас сделаем. И вот так, вот тупо будем этот. Мы можем даже вот так его делать, вот так. Вот так его делать, воду закинем. И воду, по-моему, она не закинется. Найс. Так, теперь ставим этот сюда камешек. И нам открывается карта. Там, где мы можем пройти, где нет. И это как минимум хорошо. Ну, то есть нам чисто воды надо. И вот тут сюда собрать. Тут этот ячейку. Сюда камешки. Два ключа, три ключа тут находятся. И все. В принципе, тут, по-моему, если я не ошибаюсь, что-то находится. А тут просто проход находится, но этот проход нам в дальнейшем понадобится. Потому что мы откроем потом навыки там парочку. Они будут нам помогать разбивать вот эти вот деревья. Кстати, у нас появляется новая модель. Это рыбки вот эти, которые нам... Пираньи, которые нам сильно будут мешать в некоторых моментах. Также в воде работает рывок. Но у нас рывка пока... Рывок еще не открыт. Я, честно говоря, не сильно помню, как его открыть. Я его чисто на стриме, по-моему, разочек открыл. И все, ой. Да. Так, сохраняемся, восстанавливаем одну ячейку жизни. Ай-ай-ай, не успел. Думал, успею проплыть. Кстати, прикол-то в том, что в дальнейшем, вот, сколько тут этот... Не проходили, но вот этих опыта будет даваться столько же, сколько и в начале. То есть, как бы он один фиксированный получается. Вроде как так. Так, а тут сейчас у нас... А тут у нас вторая. Ну, или третья, кому как. Также у нас есть вот этот моб, который стреляет вот этой фигней. Мы с него жизни получили. Ох, найс, с этих мобов жизни падает, надо запомнить. Так, давай рывком, давай. Ой, не успели. О, еще карту. Кстати, прикол в том, что где-то там я должен был в прошлой миссии, что мы проходили третьей серии, поставить карту. А прикол в том, что я не нашел, куда там поставить карту. О, нифига себе, Ори, ничего, что у тебя... Мордочку чуть-чуть прижала, не? В порядке все, как бы, да? Ну ладно. Вот так, ой-ой-ой, это было рисково. И сейчас назад нам еще выплывать. Ой-ой-ой-ой, это повезло. И сохраняемся. Идем. Так, тут что у нас? У нас тут можно вот эту фиговину взять. Так, а где что есть? По-моему, туда мы не сможем добраться, если не ошибаюсь. Ну, можно проверить. Да, вот они нам будут так мешать. Я прям на пиранью прыгнул. А, не, можно. А, да, нельзя добраться, ладно.
Кстати, по-моему, если не ошибаюсь, то с той стороны будет босс. Вот так, всё. Ну что, в принципе, этот нам моб не помешает больше. Оп, подловили. Так, тихо. Ну, ой-ой-ой. Ибо был самым стойким из духов, самым могущественным, теперь он дремлет, превращенный в дерево предков. Короче, это нам сейчас... Ну, короче, это все топовые умения. Ну, вот, потому что они как бы все тут нужны. Вот, вы усвоили способность топор. Нажмите А, чтобы подпрыгнуть, затем вниз, то есть... Вот. Я могу это и оглушать противников, то есть я вот прыгаю и вниз, типа, все. И разбиваю параллельно. Вот эти вот моменты. Так. Как он нас ранил? Ладно. Интересно. Так, а тут, подожди. Вот тут я, кстати, так и не понял, что мне надо сделать. Вот, типа, как забраться туда. Давай. И все. А такая вот язычный момент был. Да. Да. Я умею. Так, стоп, а в воде что у нас в воде? В воде нам бессмысленно это все делать. И сразу вниз. Так, отлично. Но нам еще одну духовную связь надо. Куда нам надо? Нам надо сюда направо. Все, правильно. Да. Мы нашли сосуд. Я нашел сосуд. Так, теперь смотрим, что мы тут можем сделать. О, кстати. Сохраняемся. И... Отлично. Так. Вот что нам надо было сделать сначала. Ну, а сейчас теперь мы можем вот тут открыть и пойти дальше. Его можно уже пропустить, в принципе. Бессмысленно его там или еще что-то. Сюда. Ай. Отлично. По-моему, надо, да, нам надо этот тип. Так, блин, что? Есть, наконец-то. Сразу портал. Что у нас тут получается? У нас тут есть проход вниз. О, кстати. Жиж. Мы не могли пройти вот тут. Сейчас можем. Нет, тут рано нам.
О, нифига себе, мне повезло. Так, нам надо аж туда. Мы пойдем аж туда, мы пойдем сюда сначала. И сюда. Отлично, мы нашли сосуд. Значит, не спешим. А, я аккуратно. Так, лунная пещера, мглистое болото. Подожди, мглистое болото вроде бы не в той стороне. А, там туман и лес. И вот наша вот эта сверка. Угу. Теперь мы можем и сюда прийти. Так, стоп, а зачем нам сюда? А мне зачем сюда? Просто мы открыли, потому что потом нам надо будет бегать. И наверх нам надо взобраться. Так, стоп, охрана. Завалим уж. Да, нам правильно нужно. Бабочка. Да. Ладно, то мы потом посмотрим, как добраться. Так, а что у нас внизу? Ай. Блин, пока этому, к этому дойти. Можно раз-то умереть. Сохраняемся. Так, приблизить, приблизить. О, так, стоп, нет, сюда. О, вот сюда. Как-то должен добраться. Ай. Да, помогу. Опа, духовный свет. Кто? Вы нашли ячейку жизни? Я нашел. Или Ори нашел? Не знаю, но кто-то из нас нашел. У нас теперь полностью жизни есть. Теперь шума. И сюда, так, Икс. Ну ладно, то потом. Там откроем потом навык, и мы сможем туда добраться. Что, ну вниз типа получается вообще прямо, но можно вниз, потому что... О, нифига себе сова. Все еще охотится на свет, ослепленный ненавистью.
То есть он как бы за нами еще до сих пор охотится. Да. О, давайте. Так, и что нам открылось? Вот что нам открылось. Отлично. Так, тут каменная карта, по-моему, да? А, ну да, тут бессмысленно типа идти. А ну-ка. О, туда? Я туда как-то можно. Можно с той стороны забраться. Ну это попробуем. Сейчас нам надо. Вон там сейчас ребята чуть-чуть этот убил. Так, стоп, не-не-не. А, тут только этот нормально. И дополнительная ячейка. Потому что нам надо еще восстановить, сохраниться. Отлично, так, теперь нам вниз. Сейчас тут пооткрываем всякие духовины. Эй, а ты тут оказалась? Мои пираньи тут плавают. О, тихо. Тут можно забраться точно. И получить еще ячеечку. Переигра сохранена. А тут, по-моему, если не ошибаюсь, нужно определенно нам. Ну, не там. Так, что у нас по навыкам? Погасить пламя, увеличить мощь духовного пламени. Думаю, надо. Радиус сняли 50%, типа понижается. Создание источника духовной связи восстанавливает 2 чеки жизни. Так, дают на 50% больше. Ну вот это вот возьмем. Нам пока нужнее. И вот так. Да, блин, попал. Так, а что нам по вниз получается? Вниз нам. Окей. Нам надо где-то найти рычаг, который надо навыком топор разбить. Еще дополнительная ячейка. Так, а вниз мы можем. А, стоп, я это можно разбить точно. О, собрались. Так. Сохраняемся. Так, а что у нас тут? А тут у нас ничего, тут на нем сможем добраться, ладно? Так, блин, не то. Ладно. Я сначала сохраняемся. Мы не можем тут сохраниться, да? Да.
же попасть, нам надо сюда прийти. Сюда же попасть. Надо открыть. Там закрыто, ну да. И ладно. Ну, кстати, сначала, типа, вот, мы же возрождаемся вначале. О, можно сюда запрыгнуть, сюда же мы с помощью этого навыка запрыгивали. А, ну да, мы же тут были. Норы черных, да там. Из черных корней. Ну, кстати, можем начать. Так, на этом серия подходит к концу. В общем, норы из черных корней мы будем в следующей серии как бы изучать. Потом, а потом посмотрим, потому что нам надо как минимум дойти до туманного леса. Но тут еще есть локация, поэтому всем до новых встреч, ссылка на лес в описании, на YouTube тоже в описании. Напоминаю, раз в неделю будет выходить Ори.